Здравствуйте. Меня зовут Храброва Светлана. Я работаю логопедом в детском саду города Кировска, номер 2. Сегодня мы запускаем серию видеороликов. Давай поиграем. Игра-минутка. В этих видеороликах мы будем рассказывать об очень простых играх, которые не требуют дополнительных материальных затрат, но они очень полезны деткам. Они развивают их внимание, мышление, сообразительность и помогают вырастить умного и талантливого ребенка. Вспомните, с каким удовольствием вы с мамой или с друзьями играли в игру «Ладошки». Вроде простая, но очень полезная игра. Ребенок играет двумя руками, значит, задействованы два отдела головного мозга. Надо успеть хлопнуть мамину ладошку. Это развивает внимание, скорость. Надо не запутаться, какой рукой бить, правой или левой. А это мышление, переключаемость, логика, которые очень важны в нашей жизни. А главное, мама рядом. Мамина рука тянется к тебе. Ребенок тактильно ощущает мамину ладошку и тепло, и нежность чувствует. И интуитивно всегда понимает, мама рядом, мама поможет. Если ваш малыш еще мал, ему не под силу такой сложный вариант игры, ее можно упростить. Разбиваем движение на части и начинаем с самого простого. Сверху и снизу. Далее усложняем и добавляем хлопок, а руки переносим в вертикальное положение. Когда это движение получается уверенно, можно добавить и перекрестное движение. Стало получаться, добавляем хлопок. Наша цель – дойти до классической игры ладошки. Для более взрослых детей можно усложнить игру и добавить хлопок по коленям. Ноги – хлоп, руки – хлоп, правая – хлоп, левая – хлоп, ноги – хлоп, руки – хлоп, правая – хлоп, левая – хлоп. И вот здесь начинается полет вашей фантазии. Усложнять можно до бесконечности. А сколько радости испытывает ребенок, когда у него все получается. А ведь это первый шажок к умению преодолевать трудности на своем пути. Играйте вместе с детьми, учите детей играть и получайте удовольствие от совместно проведенных минут.